Советские шлягеры Михаэль играет по памяти. Он их слышал еще в раннем детстве в исполнении отца, бывшего военнопленного. Слов этой песни он не знает, но понимает, что она про любовь. В семье Крепса было принято с уважением относиться ко всему русскому. И вот исполнилась мечта Михаэля – побывать в России. Еще вчера Михаэль Крепс был в Санкт-Петербурге, а сегодня дает единственный концерт в мраморном зале Самарского художественного музея. Он был recht mit meine Zahl. Doch meine Uhr ist nicht zufrieden mit mir. Михаэль Крепс – автор и исполнитель песен, известный во многих странах мира. В Россию приехал впервые по приглашению Русско-немецкого культурного центра. 2020 год объявлен в России годом Германии, и взаимный творческий обмен сейчас на подъеме. Здесь музыкант получил массу новых впечатлений и надеется, что выберет время приехать еще. В России я испытал много новых впечатлений. Я в восторге от жителей, очарован величием и столичным лоском Санкт-Петербурга. И Самара очень красивый и самобытный город. Я прогулялся под падающим снегом, и это было прекрасно. На концерт могли прийти все желающие. Самарская публика очень тепло приняла артиста. Ведь, по его словам, песни он сочиняет в разных жанрах и стилях, но все посвящает своим благодарным зрителям. Еще вчера я на репетиции, я уже стала поклонницей Михаила Крепса на всю свою оставшуюся жизнь. А сегодня, ну, просто невероятно отработал. Вы сами слышите, как этот зал наполнился не только вот благородной музыкой, но и какой-то вот такой возвышенной любовью. Олег Зверев, Василий Колдашов, «События».